Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в неделю о блудном сыне, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Послушаем, это евангельское зачало в прочтении отца Александра. «Рече Господь притчу сию, человек некий имея два сына, и рече юнейший ею отцу: Отче, дашь мне достойную часть имения, и раздели имя имение. И не по многих дне собрав все мне, сын, отыди на страну далече, и ту расточи имение свое живы блудно. Изживши же ему все, бысь глад крепок на стране той, и той начат лишатися. И шед прилепись единому от житель тоя страны, и посла его на село своя пасти свинья. И желаше насытите чрево свое отражец, я же едяху свинья, и никто же даяше ему. В себе же пришед рече, калика наемникам отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю. Восстав, иду к отцу моему и реку ему, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достойно речися сын твой. Сотвори мя яко единого от наемник твоих, и восстав, иди к отцу своему. Еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек напади на вы его, и облобыза его. Рече же ему сын, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достойно речися сын твой. Рече же отец к рабом своим, изнесите одежду первую, и облиците его, и дадите перстень на руку его и сапоги на носе, и привешите лецу петенный, закалите, и ядше веселимся. Яко сын мой сей мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретися, и на чаше веселитеся. Беже сын его старий на селе, и яко гряды приближися к дому, слыша пение и лики, и призвав единого от отрок вопрошаше, что убы сия суть? Он же рече ему, яко брат твой прииде, и закла отец твой телец упетенный, яко здраво его прият. Разгневався же, и не хотяше в нити, отец же его ишет моляше его. Он же отвещав, рече отцу, се толика лет работаю тебе, и не коли же заповеди твоя приступих, и мне не коли же далось и козляте, да содруги своими возвеселился бы их. Егда же сын твой сей, из еды твоей имения с любодейцами прииде, закла ему телец питомый. Он же рече ему, чадо ты всегда со мною иси, и вся моя твоя суть. Возвеселите жеся и возрадовайте подобаше, яко брат твой сей мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретеся». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь такую притчу. У некоторого человека было два сына, и сказал он младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче,
«Я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, войдя, звал его. Но он сказал ему в ответ: «Вот я сколько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». По иудейскому закону отец не мог свободно распоряжаться своим имуществом. Старший сын получал 2/3 наследства, а младший – 1/3, как указывают строки 21 главы книги Второзакония. Но если отец собирался удалиться от руководства делами, то его решение разделить свое имущество еще до смерти не было необычным. Однако требование младшего сына из притчи звучит прямо-таки бессердечно. Как отмечает митрополит Антоний Сурожский, мы так привыкли к сдержанности, с которой Евангелие рисует эту сцену, что читаем ее спокойно. А вместе с тем, если остановиться и задуматься, что означают эти слова, нас поразит ужас. Простые слова «Отче, дай мне» означают «Отец, дай мне сейчас то, что все равно достанется мне после твоей смерти. Я хочу жить своей жизнью, а ты стоишь на моем пути. Я не могу ждать, когда ты умрешь. К тому времени я уже не смогу насладиться тем, что могут дать богатство и свобода. Умри, ты для меня больше не существуешь. Я уже взрослый. Мне не нужен отец. Мне нужна свобода и все плоды твоей жизни и трудов. Умри и дай мне жить». Покинув отчий дом, младший сын быстро растратил свои деньги и стал заниматься тем, что категорически было запрещено иудею по закону – пас свиней. Но в какой-то момент с ним происходит кардинальное изменение, которое Спаситель обозначает словами: «Придя же в себя». Этим Господь как бы говорит: пока человек живет без Бога, он еще не пришел в себя, еще не обрел своего истинного «я», а обретет лишь тогда, когда вновь найдет дорогу в свой дом. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов: «Блажен тот грешник, который придет в себя и вспомнит неограниченную любовь Отца Небесного, вспомнит безмерное духовное богатство, которым преизобилует дом Небесного Отца, Святая Церковь. Блажен грешник, который, ужаснувшись греховности своей, захочет избавиться от гнетущей его тяжести». В 1882 году в Европе вышла книга Фридриха Ницше «Веселая наука», в которой несколько раз прозвучала фраза «Бог умер». Не напоминает ли желание убить Бога в своей жизни младшего сына из сегодняшней притчи? А ведь это желание волной захлестнуло умы людей планеты, приводя мир к нравственному падению, вызывая вопрос: а в Сибири люди, которые утверждают, что Бога нет, но человека,
который хоть раз испытал на себе любовь Отца Небесного, уже не разуверить в его существовании. А если и возникают сомнения, то как никогда мы должны бежать в его дом, святую церковь, с молитвой и покаянием, чтобы вновь и вновь ощутить всеобъемлющую любовь Божию. Помогай нам в этом, Господь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избавь.